в СМИ появляется информация о том, что вы выиграли суд, и поэтому нужно оплачивать теперь частной компании. Нет, суд решение вынес в пользу муниципалитета, это первое. А второе решение по поводу долга, перед который Тазалык имеет около 2 миллионов сомов долг перед БВР, мы честные игроки. В самом начале я признавал, как директор Тазалыка, и сейчас тоже говорю, да, имеется задолженность за обслуживание ноябрь-декабрь, когда ваша компания, одна из семи компаний была, которая обслуживала Октябрьский район. Но это никакого отношения не имеет к тому, что сейчас вы раздаете квитанции за мусор, который фактически не вывозите.